Сегодня же глава Чувашии провел рабочую встречу с заместителем председателя правления ОАО «Банк ВТБ» Михаилом Асеевским. Между Чувашской республикой и Банком ВТБ сложилось продуктивное деловое сотрудничество, отметили участники встречи. Так, банк предоставил республике кредитную линию в размере 850 миллионов рублей на реализацию проекта «Новый город». В ближайшие 5 лет банк ВТБ планирует принять участие в республиканской целевой программе обеспечения населения Чувашской республики качественной питьевой водой. В ходе встречи были затронуты вопросы строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали ВСМ-2 Москва, Казань, Екатеринбург, а также размещение государственных облигаций Чувашской республики выпусков 2012 и 2013 годов.